Минэкономразвития и администрация округа подпишут соглашение о финансировании мероприятий по поддержке предпринимательства в регионе. Проект документа был одобрен сегодня в ходе заседания высшего исполнительного органа власти Ненецкого округа. Глава региона и руководство министерства подпишут документ в ближайшее время. В рамках соглашения Ненецкий округ получит в 2018-2020 годах федеральные средства для финансирования мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства. В текущем году на эти цели округ получит порядка 19,5 миллионов рублей. Такая крупная сумма на софинансирование господдержки бизнеса выделяется региону впервые. В 2016 году округ получил на профильные мероприятия 3 миллиона рублей, в 2017 году 600 тысяч рублей. В частности, средства будут направлены на создание центра поддержки предпринимательства и МФЦ для бизнеса, создание центра кластерного развития, содействие развитию молодежного предпринимательства. В целом на поддержку бизнеса в текущем году в Ненецком округе предусмотрено порядка 62,5 миллионов рублей. Это средства федерального и окружного бюджетов. Из них 9 миллионов рассчитано на грантовую поддержку стартапов, 9,5 миллионов рублей на субсидии предпринимателям, 10 миллионов рублей на микрозаймы. Еще одно соглашение будет заключено между Ненецким округом и Министерством сельского хозяйства. Федеральный бюджет для Ненецкого автономного округа в этом году предусмотрено 35 миллионов 480 тысяч рублей на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Это включает в себя поддержку племенного животноводства и сохранение поголовья северных оленей. Ранее округ уже заключил первое соглашение с Министерством сельского хозяйства, согласно которому региону на 2018 год будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. На эти цели из федерального бюджета будет выделено чуть более 1 миллиона рублей. Всего на поддержку молочной отрасли в регионе планируется направить 212 миллионов рублей. Остальная часть субсидий обеспечена за счет средств окружного бюджета. Общая сумма государственной поддержки агропромышленного комплекса Ненецкого округа из средств федерального бюджета в 2018 году составит свыше 36,5 миллионов рублей. Иван Никонов, Ирина Неджалова, Антон Ведряков, телеканал «Север».